На конкурс дети читают стихи. Ходунов Максим, 9 лет. Поселок Назия, Ленинградская область. Наталья Хаткина. Каникулы. Прозвенел звонок. Каникул возвещается начало. То ли бешено запрыгал, Оля дико закричала. А потом переглянулись и на улицу рванулись из распахнутых дверей. Кто же мчится всех быстрее? Кто летит, всех обгоняя на 14 шагов? Не давай трамвай, не отличниц сундуков, а учитель младших классов Петр Антонович Тарасов. Он так рад паре каникул, ведь за школьные дники надоели ему крики, а тем более прыжки. Мучил он, наверное, слабам, неуемных сундуков, а стесняться не трамвай, достал вообще без слов. Вскачь несется наш учитель, галстук бьется на груди, хоть кричите, хоть скачите, а свобода впереди. Петр Антонович Тарас, класс силы ты ни ногой, мы тебе желаем счастья, наш учитель дорогой.